Реально кончалыги, ты посмотри. Может, это мой папа какой-нибудь такой странный? Все, я сделала. Я открыла все двери. Я молодец. Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Chilco Play. С вами я, Наташа. И сегодня мы играем с вами в игру, которая называется Beyond the Dark. Игра про девочку, которая будет там что-то в темноте ходить, куда-то бродить, в общем. А интересное приключение, все как мы с вами любим, должно быть страшно, чуть-чуточку. И вот, игра была в схожем с Little Nightmares, еще вот такими вот подобными играми. Так что давайте окунемся в новую историю. Сажьтесь поудобнее, мы начинаем. И не забывайте то, что по ссылочке вы в описании вы можете подписаться на мой телеграм-канал или на мой твич-канал, где проходят сейчас все онлайн-трансляции вместо ютуба. Ну, а мы с вами начинаем играть. Играю я с геймпадика. Вот, так что да. Ой, ну что тут у нас? Уютненько, вот непонятно что. А FPS на катсцене нас решил покинуть. Или иди ужинать. Сейчас иду, мам. Ой, слушай, только захвачу мячик. Слушай, ну я такая, типа... Немножечко смесь Алиса в стране чудес, Фрэнбоу. Посмотри, какая девочка. Такая она. Годка-колготка. Так, подождите, я хочу сейчас... Так, ну вот, я вроде бы получше сделала. Стало вроде бы получше. Чуть-чуть. Ой, как интересно. Да куда же ты? Эй, мячик. Ой, а меня не собьет сейчас машина никакая случайно? Вдруг меня сейчас машина еще собьет? Мячик, ну ты че укатился? Меня мама покушать позвала. Мячик. Меня как засосет в какую-то непонятную страну снов. И что я буду делать с этим? А? О, ее, получается, машина сбила, да? Как маленькую мисс Литл Фортун прям. Или вы хотите сказать, машина не врезалась в нас? Ну, такое ощущение, что как будто бы врезалась. Мне кажется, мы уже умерли. И мы в загробном мире с вами бегаем. Такая деловая. Вон, видишь? А, может быть, это скорая, типа... А ну, стой! Может быть, из меня скорая до кого-то не доехала. Блин, ну тоже не круто. Ой. Мужчина. Странный мужчина. А что это? Он за мной голову поворачивает. Увидели? Криповый какой. Мячик. Да что ж ты будешь делать? Ты погляди. Ты погляди, какой противный. Я так и знала, что за мной следит какой-то педофиляка. Все. Я знала. Вот этот мужик на лавке не просто так сидел. Все. Добегала среди ночи. А какая мораль? Никогда не ходи ночью гулять. Какой страшный сон. С мамой было спать спокойнее. Охренеть у нее комната. У кого-нибудь была такая в жизни хоть раз здоровенная комната? У меня нет. Акт первый. Дом. Слушайте, ну мне нравится. Стилево. Все, Милли. Играем последний раз, и тебе нужно идти делать уроки. Спасибо, мам. Я тебя люблю, мам. А можно за соседями поднаблюдать? Ну, мам. Блин, ну такая милашечная девочка на самом деле. Охренеть у тебя комната, ма, хорошая. Фонарик. Ну, я думала, мы его можем взять, но мы его не можем взять. Тогда ладно, пойдемте. Милли, я положила в твой шкаф волшебную лампу. Она защитит тебя от всех монстров, включая, когда тебе страшно. Люблю, мама. Какая заботливая мама. И где эта лампа? Вот в этом шкафу? Алло, мам. Там у меня твой ползает. Может быть, она в другой положила шкаф? Может быть, в какой-то такой шкаф? Это кто? А, я думала, это мать сидит моя. Мать или бать? А почему пол такой кривой? Я как будто в Битлджуйсе нахожусь. Велосипедик. Милли, иди помоги брату с велосипеда. Мам, пап. Не отвечают. Наверное, спустились вниз. Даюш, у нас проблемы. Мы, скорее всего, остались тут с тобой одни. Ой, это комната моего братишки, да? Смотри, Милли, когда я вырасту, я буду пилотом. У меня будет такой же самолет. Здорово. Ну, не скажу, что мне это прям интересно. Как бы у меня тут своя история, братан, поэтому... Мама сказала мне про какую... Без лампы туда идти страшно. Подожди, мама сказала, лампа в шкафу. Вот эта лампа? Что-то мама меня где-то пытается надуть. Она сказала, что лампа в шкафу, а в шкафу лампы нет. Мамашка. А, вот ключ какой-то. И от чего этот ключ? Интересно, что открывает этот ключ? Наверное, комнату мамы и папы, нет? Ладно, летим за бабочкой.
Ну я так и знала, что волшебная лампа лежит здесь. Наконец-то. Хрена себе. Оставайтесь на свету. Охренеть. Зарядите свою лампу. А, ого. То есть я еще должна ее заряжать? Зарядите другие источники света? Зачем? Чтобы было светло и не страшно? Охренеть. Это кто? Это что такое? Мне такое не нравится. А что мне надо заряжать прям все-все-все лампочки, что ли? Блин, ну это какой-то кринж. Все лампочки-то заряжать. А, они бесконечные становятся. Все, я понял. Почему она не заряжается? Она не хочет заряжаться. Ладно, пошлите дальше. Это игра про то, как я включаю свет, да, в комнатах. На всяко случай. О, прикол. А-а-а, я еще могу... Там, наверное, А чем отличаются синие от не си? Может быть, мне ту надо заполнить синей шкалой? Давайте попробуем. Да, смотри-ка. У меня что-то сломалось все. Я сделала какой-то зеленый сраный свет, ребят. Смотрите, я реально намутила зеленый свет. Я сделала какую-то первую штучку. Ой. Я тут что-то высвобождаю каких-то непонятных вещей, если честно. Ладно. Пойдемте дальше. Что еще можно тут зажечь? В комнате брата я побывала. Игрушечка, часы папины. Папины часы, вспоминаю, умираю, папины часы. Я только... Так, насасываю вот эту вот штучку-вонючку. И заливаю сюда. 50. Еще одну сделала, а? Молодец. И где-то еще одна спряталась. Может быть, в моей комнате? Давайте-ка посмотрим. Ой. Подождите, нам нужен красный. Нам нужен красный. А чтобы смешать, как получить красный? Я не знаю, что нужно сделать, чтобы получить красный. О-о-о! Что за... Что? Твою дивизию. Так, ну мне должно хватить успеть открыть эту дверь, офигеть. Там какой-то мусор за мной ходит. Это что такое за безобразие? Мне не нравится. Я пошла. А он за мной не зайдет? Я надеюсь, что не зайдет. А можно вот усосать отсюда, нет? Так, я насосала опять какие-то штучки. Мне нужен красный свет. Как сделать красный свет? Может быть, я могу спуститься вниз? Ё-моё, ребят.
Тут что-то как-то жутенько в этой комнате. У вас нет такого ощущения, что в комнате стало жутенько? А, это кухня. Это кладовка. Ну, я должна как-то вот это вот все закрыть, перекрыть. Я не понимаю. Но очень интересно. Может, меня родители одну оставили? О! Смотрите, здесь нужен желтый свет. О, это как раз-таки та самая лампа. Подождите, так у меня проблема, у меня нету желтого здесь. О! А как мне красный насосать? Где? Где насосать красного? Ой. Ребята, я сдохну сейчас. Я сдохла. Я перепугалась, у меня закончилось все. Я как-то что-то не ожидала, что так будет. И все, прям с самого начала. Ладно, пошлите вниз. Нам надо зажигать желтым светом, потому что без желтого света как будто бы нехватка чего-то происходит. Как сделать красный? Вот в чем вопрос. Что насчет красного? Смотрите, я активировала еще одну штучку. А, нужна еще одна. Блин, ну это дичь какая-то. Да, смотрите, 4 штучки надо. Эй! Подождите, а с какого перепуга вообще? Вас два, пацаны. Мне надо сделать себе тут проход. Подождите, а как реально смешать красный? Красный это какой? Это может быть зеленый с синим? Подождите, может быть реально надо зеленый смешать с синим? Вот у меня как раз есть зеленый. Вдруг получится красный. Нет. Мне кажется, это синий. Может быть, надо добавить немножечко желтого? Не, подождите, это еще это. Так, ну вот, это уходит в зеленый. И это тоже уходит в зеленый. У нас проблемы, я не знаю, как сделать красный. Как сделать красный? Цвет настроения красный. Не знаю, как я сделать. А если бы я знала, то я... мужик. На меня напал мужик. Видели? Мужик-то какой нехороший. Так, наполню до конца свою лампу чудесную. Я не понимаю, реально, как мне сделать нужный цвет. Мне кажется, меня надуривают. Может быть, мне надо насосать у камина? Давайте попробуем соснуть камина. Да, смотрите-ка. Ну охренеть. Мужик.
Мне надо насосать свет срочно. Блин, ну это трындец. Я хочу вам сказать, это трындец. Мужики-то тут какие-то кончалыги. Реально кончалыги, ты посмотри. Может, это мой папа какой-нибудь такой странный? Все, я сделала. Я открыла все двери. Я молодец. Теперь нам нужно как-то уэтоваться отсюда. Поэтоваться, переэтоваться. Я надеюсь... О, пропали. Слушайте, мне нужно срочно набавить себе этого огонька, потому что у меня моя лампочка гаснет. Нужно ее зарядить. Потому что когда лампочка гаснет, становится девочке страшно. Где дверь, которая мне нужна? Она, наверное, где-то с той стороны. Ну, пойдемте сейчас. Кружочек небольшой сделаем. Круголя. Круголя, круголя. Я у мамы одна. О! Здрасте. Ну, тут красный свет. Что-то тут как-то тут не очень. Что, сердце колотится? Может быть, не надо? Ак второй супермаркет. Спасибо. Я добралась до супермаркета. Зачем, спросите у меня? А я не знаю, зачем мне этот супермаркет. Но я в суп... Подождите. На соседе. Тут что-то как-то темно в вашем супермаркете. Мне кажется, что... Я могу еще отодвигать. Нифига себе. Вот это я малых, конечно, интересно. Так, ну я насосала голубенького. Наполнила. Отсосала опять. Я прохожу. Жу-жу-жу, не звежу. Че, может быть, сейчас шоколадку какую-нибудь купим там, вот это вот все. Машинка, наверное, для брата, да? И что мне надо сделать? Подождите, я чуть не... Так, стоять. А чё? Чё реально надо сделать-то? И что? Может быть, надо в красном запитать? Я не понимаю. Ага. Так. Сюда нужно голубенький, да? А у меня есть голубенький? Голубенький был вот здесь. От этого отсасываем. Отсоснули. Косикнули. Все, сейчас, по идее, парапет поэтывается. А что мне надо, зеленый сделать или что? И все? Как-то легко было. Я думала, что-то посложнее будет. Ну... На самом деле, такое себе. Я напитываюсь красной энергетикой. Здесь зеленый. Подожди, а что я должна здесь-то сделать? Эти штучки не двигаются. Так, какие-то тени здесь. А, ну опять, да? Пошел нахрен. Так, мне нужен красный. Ребята, у меня красный в отсоске. Че это за гомункулы такие? Слышь? Мужик. Ты лапка мне своей не тяни противно. Не надо ко мне тут свои тянуть культяпки, воняшки. Не надо. Я насосала зелененького. Я так понимаю, надо зажечь все 4 фонарика. Здесь какой-то пурпурный. Пурпурный это, наверное, синий. О. Пошли нахрен от меня. Я теперь умею делать пурпурный. Какая самостоятельная девочка, да? Ой.
Зачем я это сделала? Лампа перестала работать. Ну, обосраться, не всраться. А зачем ты тогда сломала эту лампу, моя хорошая? Ну, кстати, без лампы мне нравится больше. Как я шурудила, она шурудила. Это подсопочка, да? А, может быть, я на работе типа у бати у какого-нибудь? Можно потыкать. Ого. Ну, я лучше закрою. И что это такое? Что мне надо сделать? Так, у вас есть идея, что надо делать? Следующий. Предыдущий. Повернуть. Так, давайте сделаем вот так. Мне, наверное, нужно как-то проложить путь вот до вот этой лампочки. Все, у меня получилось. Теперь я смогу пройти дальше. Молодец. Девочка, молодец. А куда? Куда идти-то? Покажите-то, куда идти-то? А то на меня монстры всякие нападают. Я так понимаю, сюда? Нет, не сюда. А куда? А, вот сюда. Все, здесь убрались коробки, пошли. Ну, я надеюсь, меня тут никто трогать не будет. Что за машинки такие стоят? Пропали почему? Может быть, мы здесь машинку нашему братику... В смысле, я на свету, вы чё? Я на свету, не выдумывайте, пожалуйста. Палатки. Я убрала. Я так понимаю, мне в тени лучше вообще не заходить. Как только я захожу в тень, у меня приступ обсера начинается у этой девочки несчастной. Бедная девочка. Ой, смотрите, там плюшевая зайка лежит. Мне кажется, это ловушка. Если я его возьму, то меня сейчас посадят в клетку, нет? О, это моя лампа вернулась. Вот это явление, приключение. Но я не могу сказать, что оно как-то наполняется. Же нельзя просто вот так вот ходить, когда оно тут все, ну, вот такое вот. Это что? Подожди. У нас еще лабиринт? Не-не-не, давайте не надо лабиринтов никаких. О, бабочка. В прошлый раз бабочка нам что-то продемонстрировала. Что, бабочка? Йоу, ребят. Но это заблудиться здесь, не всраться, не обсраться. Мне такое не очень нравится. Туда пойду. Короче, это какой-то тупичок. Тупичок, чтобы я заплакала. Сосать я ничего не могу. Тут реально ничего нет. Если бы я только знала. Такое ощущение, что мы ходим по зеркальному какому-то лабиринту. И надо допедрить, что тут надо сделать. Ладно, я пока не знаю, что здесь делать. Если у вас есть какая-то идея, пишите о ней в комментарии. И мы попытаемся это все с вами решить в следующей серии. А пока делитесь также впечатлениями, как вам игра, понравилась, не понравилась. Мне, в принципе, норм. Я думала, она более жутковатая будет, но пока что вроде бы пойдет. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо, что были со мной. Скоро увидимся. Всем пока-пока!